Вниманию жителей города. Управление гражданской защиты администрации городского округа Самара напоминает правила поведения на воде. Купаться разрешено только в местах, специально оборудованных для купания. Уделять повышенное внимание детям, не заплывать за буйки, не бросать в воду банки, стекло и другие опасные предметы. Не употреблять спиртные напитки на пляже, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не подплывать к близко идущим судам, лодкам, катерам. Помните, соблюдая правила, вы обезопасите себя, своих родных и близких от непоправимых последствий. Телефоны экстренных служб для оказания помощи на воде. Поисково-спасательная служба Самарской области 333-55-14. Поисково-спасательный пункт Центральная спасательная станция 333-48-34. Поисково-спасательный пункт Поляна Фрунзе 952-93-72. Поисково-спасательный пункт «Красная Глинка» 973-99-61. Служба спасения 112. Старший оперативный дежурный городского округа Самара 930-81-12. Поисково-спасательный отряд городского округа Самара 930-56-79. Скорая медицинская помощь 03-030.